ЦИК озвучил официальные итоги выборов. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин. Вновь избранный глава государства в телеобращении поблагодарил всех проголосовавших на выборах, независимо от того, за кого они отдали голос. По словам Владимира Путина, у каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы в интересах развития страны. Президент также отметил, что прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой. Владимир Путин в своем обращении также отметил работу избирательных комиссий во всех уровнях. По словам главы государства, сотрудники избирательных комиссий действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. И заверили, что масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, будут реализованы. Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа. Требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем.